Итак, Истан Негара или National Palace, соответственно, Национальный дворец. Вот, одна из наших остановочек, тут пятиминутная у нас высадка на фотографирование. Вот, погода изменилась в сторону облачности, даже небольшие тучки чуть-чуть еле-еле поливают нас морщу. По-прежнему жарко, порядка 32 градусов. Вот, но когда солнце не палит, то уже гораздо лучше. Вот и жена моя тоже здесь. Кто бы мог подумать? Я очень хочу посмотреть на лошадку. Очень вот. Красивый скакун. Она идет специально для папы. Скакун или скакун. Лошадка красивая? Наездник, наездник или лошадь? Лошадь. Лошадь. Скакун-то лошадь, это не наездник. Хорошо. Ну, уточняем на всякий случай. Вот. Стало быть, что у нас тут большие ворота. Там вот за холмом видно тоже там купола, флаг. Притом флаг не национальный, какой-то желтый. Национальный флаг у них практически как американский, только там в правом верхнем квадратике нарисован мусульманский месяц и какая-то звездочка, возможно, солнце. Вот. Парниша притом чувствует себя свободно, вольно, разговаривает со всеми. Конь тоже со всеми разговаривает. Чувствует себя спокойно и вольно. Вот. Там вентилятор вот за парнем есть специально, чтобы ему не жарко было. Так, подходим к воротам. Подходим к воротам. А, вот, вот еще, кстати, да, охранничек стоит. Там, наверное, тоже лошадь-охранник. Для симметрии. Так, вот дождик стал покапывать чуть сильнее. Так, и вот мы видим, собственно, центральную аллею к дворцу. Там куча флагов еще внизу. Ну, красивый комплекс. Я думаю, что он абсолютно не для туристов. Очевидно. Вот. Как-то так. Покажи мне, жена, а то меня никто уже давно не видел. Эй, всем привет, это я. Вот. Ну, как тебе тут, Малайзия? Ну, интересно. Это смесь такая урбанизированного Токио, такого китайской трущобы и мусульманско-арабской чего-то еще культуры. Вот. Ну, все. Все, пока. Пока.